Друзья, окей, всех приветствую на новом видео. Видео не было целое лето. Я думаю, вы уже успели отдохнуть от этого, от этого контента. Так что я надеюсь, вы соскучились. Сейчас будет интересный контент. И посмотрите, кого я встретил, друзья. Вау! Привет! Привет! Как ты здесь оказался? Я не знаю. Офигеть, что ты делаешь мой рюкзак? Да? Реально? Да, так прикинь. И было? Офигеть, да? Это жестко, братан. А ты как здесь оказался? А я шел просто и думал снять влог, короче, а тут ты. Вау, ребята, я реально в шоке, я не думал, что я его тут встречу. Ну что, тогда покатаем? Ну да, но сначала нам нужно ввести зрителей в курс дела. Друзья, можете ли созреть этот комплит? То есть это теперь мой комплит. Это, значит, клик, досочка, ёпт, ой, больно тут. Клик, досочка, значит, да, это вопросик пока что. Дальше, подвески у нас Yellowwood и колеса Yellowwood тоже. Короче, жесткий комплитик. Я на стримах расскажу, как я его получил там, как, чё, кого. И показываем Ярику комплит. Вау, это же мой старый комплит. Ну, короче. Все, потому что кто-то потерял свой комплит. Ну, короче, да, потому что в прошлый раз мы с Яриком гуляли, когда он в автобусе потерял свой комплит за 10 тысяч. Что там был? Чинайс, БРТ и УАК. Да. Из-за этого вот Черин катается вот на таком комплите, но он тоже как бы годный, я считаю. А еще Ярика взяли в Экзо, и нам нужно будет сегодня поснимать видео. Мы поедем в торговый центр кушать, а мы кушать любим, как бы по нам видно, я думаю. Так что, друзья, много хорошего контента, всем удачи. Ой, в смысле, до нового... Бля. Короче, встретимся уже в этом торговом центре. ФБ-чек. Значит, пацанчики, мы, короче, кушаем, да? Ну, конечно. А потом идем снимать видео для вас. Ну, мы будем просто кататься тут, как бы это, я думаю, достаточно. Да? Да? Да. Обзор, нам обзор на САП надо делать? Ха-ха-ха. Великолепно. Так, друзья, мы доели, в общем. И у нас начинается Game of... Скейт. Короче, будем сейчас играть до 5, флэт, по 2 попытки на выполнение. Не подавись. Плохо мне, ребята. Давайте, начинаем. О, Ярик начинает. Флип. Без комментариев, друзья. Фейки флип. Некрасиво, но думаю, считается. Мод сделать тем более. Трешка. Кто тут мистер стабильности? Я. Yeah. В общем, Ярик опять гадает. Бэксайд флип. Рядом. Нам палец был. Да? Ну, сейчас нормально было. Два ноль. Сейчас для себя делаю. Но некрасиво. Некрасиво. Нормально. Вообще нормально было. Так, 2-0, что-то вообще тотально пошло. Да блин, это трюк, который меня гасит, Ярик все время, потому что я его вообще не умею. Там, но... правда, с ревертом было, ну ладно. А у меня на вот этом, чтобы вы понимали, она не двигтит, она переворачивается сразу. Друзья, 3-0 это, я считаю, унижение, потому что я не знаю, как... Вообще, как так возможно? Я вообще как бы опорочен, я мое достоинство как бы. Ладно, гадай. Хилфлип. Прима. Да ну. Предлагаем посылу. Понятно. 0,3. Ну. Ой.
хорошо было. Ой, хорошо. Может, ты должен был сказать, не? Ну ладно. Ну и понятно, я же в прошлый раз делал ноль хилов. 2-1. Я праздную, я ликую. Так, давай. Импас. А, в прошлый раз я импас сделал. Ну я хотел 0 хил. Но я не смог бы сделать другой трюк. Импосим, блядь. Риду давай. 45. Нет, все. Палец выбирал, вот два ряду это уже не делал, друзья. Свич 3. Давай. Найс. Ну могёшь. Могёшь. Импас. Найс. Цепным. Ой. Авторские права пошли. Кстати, в прошлый раз помнишь, мы какую-то песню включали, и реально мне авторские права налипли. Давай. Свич фром шойт. Давай. Найс. Вообще лучше. Господи. Импас. Считается. Окей. Потому что не 45, и это нормально. Вот так, да? Ну ты челюсть, конечно. Давай. Просто доска хорошая вообще. Да, друзья, покупайте экзолут, всем советую. Реально топовые доски. Смотрите на качество. Видите, как Ярик раздает на этой доске. То есть это... На плохой доске это явно не сделать, так только на блатной можно. Так, что я сделаю? Сейчас подумаю. Давай фронт шавит. Окей. Фронт шавит, готовь фронт шавит. Поставим. Высокий, очень тренди. Хороший. Давай, тогда загадаю. Биг флип. Я тебя понял. Понял? Понял. Точно? Давай лейзер попробуем. Да ты гад. Мерзкий. Какой мерзкий. Посмотрите, а я не умею. Это все доски. Чмо. Блин, ну реально. 3-1. Я расстроен, друзья. Лейзер это вообще моя слабость, я его не умел никогда. Нет, один раз помнишь, ты меня учил, я научился, а потом разучился. Потому что я манал. Давай. А, не знаю, что делать. Сейчас подумаем. Давайте пока посмотрите мои трюки. Я попробую дабл флип. Дабл флип? Да. Not good, я don't like this trick. В смысле not good? I don't like, говорю. Я не видел. Я поставил. Окей, ладно. Если что, можно будет на видео посмотреть, я поставил. Но я ненавижу этот трюк, я вам отвечаю. Half cup flip. Half cup flip, hop flip. Вау. Я, кстати, давно очень не делал half cup. Первое. Для себя. 4-1, ну это вообще, я считаю, некрасиво. В прошлый раз получше было. Хочу попробовать. Разучивать хил. Вот так. Ну, раз ты не сделал, я попробую свич хил. Ну, я тоже еще разочек попробую. Давай. Ряду. Красиво. У тебя же пальцы вообще сделал. Ну, у тебя прям там... Ладно. У тебя просто там палец, он прям вот... Он вот так был. Ну, у тебя носовой вот палец, так? Даже больше. Вот так был. Ну ладно, давай. Проиграть на свич-хиле. Ладно, я проиграл для себя. Ну, кстати, хорошо словил, но некрасиво. Короче, забейте, друзья. Сейчас будем просто катать удовольствие на... Прикольненьких фигурках. Кстати, да, экзаут, ребят, покупайте все, потому что это как бы важно. Поддерживать отечественный бренд, тем более качественный отечественный бренд. Это очень важно. Что там делать? Давай. Все, катаем? Давай. А, сейчас будет музыка, типа, знаешь, под музычку так пау-пау-пау, чекира. Что ты делаешь?
fucking try. Нифига. Это вообще жесткая тема. Так, дамы и господа, вы, значит, посмотрели наш прекрасный, как-то, edit profile, ну, короче, трючки под камеру, под видео, и сейчас мы дегустируем, всем фуд привет, так сказать, да? На вкус как мороженое. Блин, реально похоже. То есть, с чем можно сравнить? Вот это, как это называется? Арахис, как это? Фисташка. А, фисташковое мороженое, я считаю. 10 из 10, это реально вкус, это стильно, это хорошее дополнение вашему образу. То есть вы идете, здравствуйте, идете и едите, и как бы все понимают, кто, у кого есть вкус, да? Что ты считаешь по поводу бублика? Фигня. Ты дурак. Мне вкусное. Да ну нормально, мне понравилось. Мне нет. Потому что надо брать, видите, берете всякие бублики ущербные, можно их просто выкидывать на землю. А вот такое фисташковое мороженое выкинуть на землю считается как грех, то есть. Вкус не. Вкус нереальный. Сейчас мы пойдем на тот спот, где мы снимали прошлый Game of Skate, там уже по Game of Skate. Не, просто покатаем. Да. Удачи, пока. Nice. Дамы и господа, сейчас темно, как вы видите, мы только с фонариком, вам будет что-то видно. А мы как бы не хотим так кататься, потому что неудобно держать фонарик, кататься, сложных трюков не сделать, а слабые вам не интересно будет. Так что я хочу сказать всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, какие видео хотите видеть на канале. И пишите, хотите больше видео с Яриком, хотите меньше, как, ну я думаю больше, потому что у нас тут атмосферные видосы такие. Так, всем бай-бай, мафакерс, передаю слово Ярику. Всем пока. Вот так вот, да? Ничего даже не сказал. Ну конечно, скажи что-нибудь. Конечно. Subscribe, чек и мой Instagram. Фак, да пух. Фак да полиц. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делайте репосты. С вами был, как тебя зовут вообще? Николаша Фингерс К8. Да, всем удачи, всем пока. И Вайор. Давай трешку на прощение. Как родная полетела, давай вторая попытка. Лучше.